Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Санш, и в этом видеоролике мы продолжаем рубрику различных построек. Друзья, не забудьте зайти в мои соцсети, а также поддержать меня, если у вас есть возможность. Ссылки в описании. Поехали к ролику. В этом видео мы построим европейскую средневысотную дистанционно пилотируемую авиационную систему MAIL RPAC или Евродрон, сокращенно. На сегодня все, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте ставить лайки, также на мой канал подписываться и комментарии оставлять. Друзья, всем удачного дня, всем спасибо и всем пока.